Вы понимаете, себя не обманешь. Ведь не хочется стареть, не хочется болеть, не хочется разочаровываться, да, глядя на себя в зеркало. Даже если вы замужем, там, замуж не выходить. Ну разве хочется свое тело отдать детям, которые потом будут его перетаскивать там с места на место и из вашей болячки лечить? Ну зачем, кому это надо? Холестерин высокий, вот, понимаете? А, я начала вам рассказывать вот про эту, про продавщицу. Она мне говорит, я говорю, посоветуйте, что значит взять вот из того-то, из того-то. Она мне говорит, ну вот это вот возьмите, это значит, вот не помню я точно, шейку, что ли я там брала, потому что правильные жиры обязательно нужны при это, 40 плюс женщинам обязательно, но для того, чтобы не было старческой деменции. Потому что можно до такой степени дохудеть, что будет просто болезнь Альцгеймера или Паркинсона, или еще какая-нибудь история. Вот. Киста, почки, ну вот посмотрите. И что с этим делать? Дальше жить? Лишний вес, вот такие болячки, надо же убирать. А она мне говорит, это продавец, а сколько отрезать? Я говорю, ну, грамм 200-250 достаточно. Она говорит, да берите больше. Я говорю, да, я понемножку ем, мне достаточно. Лучше я за свежим приду. Она говорит, так она вкусная, ешьте больше. Она такая стоит, ну, грузная такая, мадам. Я говорю, так а зачем больше-то? Мне достаточно. Я же для пользования, для унитаза. Она говорит, нам сейчас все можно. Это откуда такие эти? Я говорю, ну, да, все можно. И сколько хочешь, она говорит, можно. Я говорю, ну, если хочется столько, сколько нужно, то можно. Она опять меня не понимает. Думаю, ну, ладно. У меня же не коуч-сессия. Я, значит, поблагодарила ее за то, что она мне подсказала, что выбрать. И пошла. И иду, и думаю, господи, ну, откуда она это взяла? Ну, типа того, а сколько жить-то осталось? То есть посыл вот такой. Сколько жить осталось, нам теперь все можно. Мы как вроде бы с ярмарки едем, да к нам уже и все можно. Сейчас мы всего как последний день наедимся, а потом что будет это тело делать, это уже не наше дело. Потому что тело нам дается один раз на всю жизнь выписано, понимаете? Это вот книжку мы можем взять там, почитали, убрали и все дела. А себя-то мы как? Ну, колено мы поменяем, этот сустав коленный. Где за 150 тысяч, где там за 250 тысяч, если есть деньги, пожалуйста, нюхай этот, господи, наркоз на 5 лет, уменьшай себе жизнь, меняй эти суставы, ходи потом, привыкай к этим искусственным суставам, ради бога. Мы живем в свободной стране, каждый вправе издеваться над своим телом, над своей жизнью, как угодно. Но надо иметь в виду, что нам же с ним, с этим телом, то есть жить до конца, и оно обязательно ответит либо благодарностью, либо вот этими болезнями, оно нам сигнализирует о том, что алло, гараж, адера фикус, пора уже за себя-то браться. Ты себя любишь? Нет, дорогая моя. Там, знаешь, к зеркалу подходишь, и там комбинация из трех пальцев, потому что высокий холестерин, потому что гипотиреоз, потому что киста, почки, да, печень уже говорит привет, да, поздно пить боржоми, почки уже отпали, сахарный диабет, коленные суставы разрушены, понимаете? Ну да, можно воткнуть укол и ходить там месяца два-три с этим уколом, но ведь это же у кого-то еще не разрушено, и вы думаете, никогда этого не будет, да? Волк не нападет на красную шапочку, я не красная шапочка, все мимо пройдет, да не пройдет.